В городе Бийске в этом году запланировано проведение ремонтов, замена лифтов и замена крыш. Будет произведена замена лифтов на 18 домах. И на 21 доме будет произведен капитальный ремонт крыши. На 18 домах будут заменены лифты, то есть, соответственно, будет новое оборудование полностью установлено. На крышах будет произведена переустройство крыши, то есть не вентилированную, а вентилируемую. В данный момент в городе Бийске ведутся работы на 8 домах переустройства крыши, то есть наплавляемой на шатровую крышу. Шатровая крыша, особенность в том, что она удобна в эксплуатации, гораздо больше срок службы ее составляет и удобна для обслуживания управляющей организации. Крыши, конечно, находились в неудовлетворительном состоянии. Процент износа составлял больше 60%, поэтому их необходимо обустраивать, чтобы избежать дальнейших там проблем с жильцами, чтобы не было подтеканий. Ну, плохая крыша, естественно, угрожает жителям верхних этажей, то есть это протекание, то есть затопление крыш. Соответственно, в негодность приходит электрооборудование и так далее. То есть оно является самой, я считаю, основной частью дома. Работы ведутся на данном доме. Площадь ремонта крыш составляет 1600 квадратов. Это около 3 месяцев. Здесь планируется окончание работ на конец мая. На данном доме ориентировочная сумма затрат составит больше 10 миллионов. Дом такой довольно-таки большой, 6 подъездов. Но ориентировочная сумма будет больше 10 миллионов. Ну, по городу Бийску много нуждается, но на данный момент в 2020 году запланировано проведение ремонта крыш на 21 доме. Вы знаете, когда вот у нас начался ремонт, Женя подошел ко мне, мы с ним познакомились, и он сказал так: вот давайте так, чтобы, как говорится, было и нам удобнее работать, и люди, давайте какого-то представителя, чтобы он приходил, мы будем знакомиться с ним и показывать все. Там все сделано как положено. Ребята молодцы, честные, праздник, да. Все радуются, будет теперь у нас и тепло будет, и будет хорошо. Будет покрываться противопожарным составом, будут стелиться обрешетка, внизу будет усиленная обрешетка, вверху усиленная обрешетка, здесь будет разряженная обрешетка, будет стелиться сверху профлист, устанавливаться заграждение, снегозадержание. Наше предприятие уже существует более 16 лет, и счет уже на сотни переходит. То есть опыт богатый? Богатый опыт, да. Плюсом к тому, мы в своем составе имеем собственное проектное бюро, что нам позволяет индивидуально подходить к каждому объекту, учитывать пожелания и управляющих компаний, и собственников жилья. Поэтому мы оперативно работаем, все выявленные в ходе проверок недостатки оперативно опять же устраняются. Ну и вот на все произведенные работы наше предприятие дает гарантию в течение 5 лет. Спасибо.